Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами стример SLTV Слардармчик, и сегодня я провожу трансляцию между двумя командами, это Outrage против команды Озерви. Вот, ну, московское время у нас уже 12:10, ну, чуть-чуть задержались, ничего страшного. Главное, что игра началась, все загрузились, все в хорошем настроении, и сегодня у нас 10 марта, вот. Обе команды, они находятся в про-серии, собственно, вот они играют сейчас вот в групповом этапе. Значит, как у нас сам турнир распределен? Будут три раунда и финал. Изначально, вот первый раунд, это групповые этапы. Участники, они разделены по 6 команд в каждой группе. И играют между собой по системе BO2. Ну, то есть по 2 матча. Вот. И из каждой группы выходят по 3 команды. Ну, это вот чисто групповые этапы. Всего 48 команд. Соответственно, потом это 8 групп по 6 команд. Будет играть. И в конце концов останется 6 команд. Вот. И из каждой группы выйдет по 3 команды. Ну и потом уже финал. Ну, до финала еще дожить надо. Вот. Но у нас тем временем играют две действительно хорошие команды. Вот. Групповой этап будет проходить, собственно, с сегодняшнего дня, 10 марта, по 11 апреля. Да, по 11 апреля. То бишь целый месяц и один день. Вот. Ну, приблизительно это так будет выглядеть. Ну и, соответственно, в про-серии будет финал-приз на $1500, распределенные между тремя местами. То есть первый, второй, третий. Так, ну ладненько. Что мы видим? Наблюдаем мы то, что команда Outrage забанили Сларка и Визажа. Довольно-таки хороший бан изначально. Ничего тут не скажешь. Пока вроде все идет нормально. Думаю, что у ребят либо какая-то стратегия, то есть будут играть на своей страте, как-то призадрились там, может быть, героем, и сейчас будут играть. Ну, может, конечно, сейчас просто смотрят, вот у них там такой-то герой, такого-то забанили, наверное, боятся того, и будем пикать тех-то. Вот, ну, может быть, конечно, и не прав. Загрузились. Так, на наушнички свои проверить со звуком, чтобы без всяких проблем было у нас. И, собственно, по этапе, значит, как у нас. Так, один наушник у меня только работает. Так, ну, я надеюсь, что сейчас более-менее нормально у нас все. И слышно меня хорошо, и микрофон у меня работает. Ну, если что, через 2 минуты я узнаю, что ничего не работает, и все перезапущу. Вот. Так, ну, ладненько. Тем временем у нас у команды Outrage забанили они Тимберсоуна и четвертым баном Бэйна. И в пик себе взяли Герокоптера, Аппарата и Клокверка. Команда Озерви. Эмбер Спирит, Дазл, Шторм Спирит и Нюкс заходят в баны и в пик себе берут Дед Профит вместе с Мираной. И вот сейчас будет третий пик. Должно быть интересно. Кто это будет? Раз Бэйна забанили... То есть обычно я в последнее время действительно вижу очень часто связки с Бэйном, то есть Слип, и там уже Мирана стрелу дает. Вот, ну, посмотрим, как это будет. Может, тут, конечно, все вообще все по-другому будет, и Миран пойдет вообще в мид. А может, в керри. Ну, тут уже в зависимости от желания капитана. Рубик. Рубика берут третьим пиком.
Такс. Четвертый герой. Кто это у нас будет? 12 секунд остается основного времени. На самом деле, мне нравится вот то, что капитан особо очень долго не думает, все-таки одновременно и грамотные пики, и долго над этим не раздумывает. Ну и четвертым пиком у нас заходит Пак. Да, будет на самом деле очень больно, если Клокверк залетит на худшоте, поставит Коги, и Пак туда с Даггера прыгнет, даст Дримкоил, хотя по троим, и аппарат туда ульту даст вместе с Герокоптером, это будет, конечно, очень жутко больно. Но опять же, это надо, чтобы невероятная командная работа была, чтобы друг с другом игроки играли. Ну, это не пап, понятное дело, поэтому я думаю, тут это будет все офигенно выглядеть. Кристал Мейден заходит у нас четвертым пиком команды Озерви. Тем временем у нас... Да. Все, со звуком у меня вроде как нормально. Еще там секундочки проверить. Ну что, по последнему бану от каждой команды. Резервное время пошло, говорит нам комментатор. Включу я звук в доте, дабы слышали меня еще там. Потому что кто-то еще смотрит доти, это знаю. Так, Bristol Back. Хм, интересно. Интересный бан. Забанили вот Bristol Back'а. Обычно он должен заходить один из первых вообще. Либо в бан, либо в пик. Вот. Мне кажется, конечно, ну вряд ли бы он тут вообще пошел бы. Ну, все может быть, все может быть. Ну и от команды Озерви. Абадон заходит в бан последний. Ну что, по последнему пику и начнем играть. Такс. Да, звук у меня есть, все хорошо. Это меня радует, слава богу. Думаю, плотная у нас вообще сегодня будет игра. Аж даже целых две. Все-таки два матча будет. И вот будет интересно все-таки. Выиграют на изи-катке прям, как говорил Дэндик. Или все-таки ребята прям ничья будет. 1-1. Ну что, 20 секунд дополнительного времени у команды остается. Надо пикать, ребят, надо пикать. И это Чен. Это суперский Чен заходит у нас. Почему-то не Коза, но вот именно Чен. Хотя Козе очень хорошо танчить Рошана. Но, видите, Чен все-таки тоже очень классно. То, что и замедление, и урон, и на базу можно будет отправить. И все-таки массовый хил во время замесов это все просто решает. Если еще три кентавра выбегут, или там всякие сатиры с сетками. И, в общем, это будет очень классно. Вот, ну, посмотрим. Посмотрим, как это все будет. Я вот прям жду, не дождусь уже замесов. Ждем. Ну что, и резервное время пошло у команды Озерви. Надеюсь, что я правильно читаю название команды. То у меня с английским, конечно, не айс. Ну, если что, прошу прощения. Ликантроп. Пятым пиком. Ликантроп залетает. Ну и ребята разбирают героев. Надеюсь, сегодня никаких отключений от сети, там ни у кого-то света не будет. То есть все у нас пройдет гладко, без длительных пауз. Ну, хотелось бы. Вот. Ну что, желаю
И одной и другой команде удачи, красивой и гладкой игры. Не знаю, ребята приостановили игру. Почему-то не пикнули. Вот мне интересно, конечно. Ну, подождем, конечно. А то, как это обычно бывает. Ну, капитан, ты пикай, ты там не переживай, мы через 5 минут придем, мы там чайку хлебнем, всякое такое, ну, потом вернемся. Да, ну, в общем, двух игроков пока у нас нет. Да, двух игроков. Так, ну, интерфейс и комментаторов я поставлю обычных, только, наверное, интерфейс вот все-таки оставлю. Dota 2.ru ставлю. Так, ну что, Клокверка пикнули, и последний пик. Давай, давай, я верю в тебя. Аппарат, отлично. Все, 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 все готовы, можно начинать приступать к игре. Погнали, ребят, погнали. Гоу, все, все, отлично. Good jobs. Ну и Миран возобновляет игру, и мы начинаем. Напомню, что играет команда Outrage против команды Озерви. Итак, не знаю, представлю вам игроков, хотя, опять же, скажу, с английским у меня не айс, и как бы это позитивно и смешно не звучало с моей стороны, и я все-таки это прочту. Девка без руки играет на Ликантропе, Таверна 010 играет на Crystal Maiden, Step Pro играет на Миране, Суицид играет на Dead Prophet и I'm Hard играет на Рубике. Это была команда Озерви. Команда Outrage. Итак, Чапаев играет на аппарате, Нервоус играет на паке Каворса. Каворс играет на Чене. Сельдерей играет на Клокверке. И Хаутпик играет на Герокоптере. Позитивные ники, на самом деле. Время заканчивается в компьютерном клубе. Лол. Ребята. Пошел платить. Понятно, окей. Ликантроп отключился от игры. Короче, понятно. Ребята пришли в компьютерный клуб сыграть. Вроде 2014 на дворе. Ну, видите, ребята играют вместе, рядом. Наверное, живут по соседству, поэтому... Почему бы не сходить в компьютерный клуб, действительно. Я видел в некоторых клубах, как-то тоже находился. Там специально отведенная зона для... для 5 игроков, ну, понятное дело, для каких-нибудь классных там мероприятий по турнирам, вот, и это классно сделали. Но это не во всех, конечно, клубах. Ну, хотя, может, я и не прав. На лане. В Питере. Вау! На лане в Питере. Я даже знаю, где это. Просто я сам из Питера.
Да, это классно. Фух. Переподключился у нас ликантроп. Гоу. Ну, гоу, гоу, все, погнали. Миране дали два тангусика. Позитивно. Саппорты, ну... Оу-оу! Рубик! Рубик у нас с сетом. Ноль просмотренных игр. Но зато есть сет. Без всяких гемов. Ну, только на просмотренные игры. Но это уже, соответственно, собственно, от самого, как бы, Куроку. И гирокоптер у нас позитивно, с сетиком. Правда, вот я не знаю, что это за квадрат? Что это за квадрат? Лол. Ну, в общем, всех я посмотрел, да, все понравилось. Ну и ребята тут все вкачали. ДДшечку подбирает у нас Crystal Maiden. Сейчас будет фармить. Да, ну что, будем наблюдать пока за тем, как ребят фармят. В принципе, комментировать пока нечего. Ок, ох, агрессирует у нас Клокер. В коге зажал, ракетку дал. Ну, пока, правда, не убьет, но... Агрессия уже проявляется со стороны Клокверка. То есть, говорит, ну, ребят, ну, саппортов нет. Что мне еще делать с этим ликантропом? Давайте я его, ну, надамажу. Вызвал волков и полмана потратил ликан. И волка потерял. А нет, все-таки. Или... Да, потерял волка. Бегает вокруг вышек. Теряет здоровье. Вместе с волком отправляет. Потерял ману, потерял здоровье. Что-то совсем как-то не айс. Так, цемочка вышла на Клокверка, говорит, ну, ты, братиш, ты не наглей, давай я тебе пару тычечек там дам. Ну, соответственно, у нас ничего такого особенного нет, да, то есть мы видим, опять же, трипла на изи линии, ну и то же самое со стороны, вот, рейдентов. Какой беспалевный крип, ничего себе, зашел в лес. Думаю, больше надо... Ну, я не знаю, Мирану как бы забрать... Ну, у нее лип. Я не думаю, что ее заберут. Я как бы даже не знаю. Это надо хотя бы два кентавра вместе с заморозкой и расстрелом. То есть это тяжело. Все-таки вот... если ЦМ-ка замораживает и Crystal Ноу юзает, плюс Рубик и Телекинез. Тут убийство куда больше пахнет, чем у другой триплы. Да, крипстат пока самый лучший на карте у ликантропа вместе с Баншой. Причем они и тот, и другой герой. С одной стороны команд. Хотя, если судить вообще в целом, то команда Outrage
как бы, в принципе, втроем потом после этого идут. То есть тоже не так все и плохо. Так, ну что, я вижу, у нас ЦМ-ка лесная, Чен лесной, ну, все понятно. Итак, агрессия сейчас будет проявляться. Ну, я так надеюсь хотя бы. С Урсой, вот Урсу подчинил, и Банша заходит, заходит за Т1, опасно, вместе с аппаратом. Будет, наверное, на арбе, окей, пускает арбу, и хасту активирует дед-профитка, откидывается волной. Ну и все, на хосте ушла. Я ничего не... Вот знала Банша, что если пойду по тавр, что надо с чем-то идти. И ребята уходят. Обратно к себе. Что? ФБ? Где я пропустил ФБ? Клокерка забрали. Ну, вот о чем я и говорил. Я тут пока засел, посмотрел на профсерию, блин. Посмотрел вообще, что там как. И отвлекся, окей. Ну, простите, пожалуйста. Ликан забрал что вышку, что клокверка забрал ФБ. То есть халявные, сколько там, 150, я не знаю, 200 голды, плюс килл за ФБ 400. 36 аж. Да, это, конечно, дикие деньги. И медалька, базилка, щиток, вот, регенчик. Все нормально. У Ликана вообще все шик. Будут агрессировать, окей. Коги ставит, отталкивает. И, ну, все, разошлись. Коги поставил, но пол хп потерял. Зато 10 зарядов стики. Но на самом деле, я думаю, пушиться ли не будет очень сильно, потому что Рубик все-таки в волну максит. Ну, пока что максит, вот. Ну или кан плюс. Волки и дополнительный урон. Это не так уж хило. Летит к Ликану уже. Да, Владимир прилетел. Вообще найс на самом деле. Владимир, 7-я минута. Все нормально, сейчас 6-й появится. Ох. Мне вот интересно, кто первый будет гангать? А, во, понятно, суппорты. Сеточка очень хорошая от тролля и сало. И заморозка. И Чен забирает Урсой. Вообще, найс. 1-1, ребята обменялись. Ну, там Манше, как бы, вообще, в принципе, нельзя было уйти там. Либо они... И вот суппорты, да, от команды. Озерви тоже. Попытались загангать, но это сделали все-таки быстрее команда Outrage. И первая пауза у нас, ну, первая такая, уже в игре пауза от Ликана. Что-то произошло, ждем-с. Все, go, возобновляем игру. Неплохо, пока подбирает реген, активирует его тут же и улетает на арбе.
Фазы приобретает Бенша, телепортируется у нас на верхнюю линию, сейчас будут гангать, убивать, но хотя ребята тоже в смоуках, и ЦМ-ка сразу же попадается, будет как-то уходить, наверное. Так, замораживает, окей, и сетка, ульта! Стрела очень хорошо в тролля попала, и минус, Геракоптер забирает Кристал Мейден, он ульту развязал, и у Мирана проблемы, липается, и ульта, пошла ульта, Дедпрофитка, ульта есть, сало есть, бьет пока, дамажит, хорошо, но... Первый скилл, окей, минус дабл килл, минус чен, минус аппарат. Ну, трипл и остальное, телекинезом, окей, откидывает назад, спасает, спасает. Вот кентавр только, ну вот стан один давал, сейчас уже откулдаунился. Ну и Dead Prophet-ка обратно духи вернулись, отхилилась. Маны только не хватает. Ну вот хорошо, ЦМ-ка есть. У Рубика сейчас будут уже... Арканчики, ну я надеюсь, что это будут первые арканы, да, вот, зафармил крипа, аркан приобретает и будет сейчас всем давать, да, дал всем. И, ребята, надо дефить как-то, вот, арбой откидывается, там, окей, пару крипов минус. Но команда Outrage тоже не такая уж и слабая, вот, кентавры погнали. Ну, аппарат жаль, ульту пока дать не может, и заморозка друг другу кинули, но аппарат заморозился, а ЦМ-ка нет. Огра, ледяной огр с броней. Ничего, так нормально. А тролль где? Кентавр на базе, окей. Без тролля, значит. Да, натри вкачан, значит, без стреля, значит, только кентавр и огр. Подчиняет Урсу, не знаю тогда вообще смысл было отправлять кентавра на базу. Ну окей, пушат суппорт у нас Т1 на миду. Пятый левел у Рубика, у ЦМ-ки пока четвертый. Что у нас тут по левелам? Ликан 8. Ох, ульта. Пошла ульта Dead Prophet-ки. Будут ли заходить? Дефить, глиф там зажимать или отдают Т1. Ну, пока видно, что отдают. Глиф, окей, глиф, пошел глиф. Укрепляют позиции. И команда. Озерви тоже. Прожали глиф, но. Да, Dead Prophet-ка быстрее пушит линию, есть телепорт, могут залетать сюда еще. Убивают Огра, убивают, ну, вышка забрала. И Ликан, Ликан тоже подпушивает ТВ-рочки, то есть не отпускает, тоже хитро. Что-то бегает туда-обратно, не знаю. Банша, окей, Сала и Ликан в форме. Нет? Не вернется? Ну, зафармила крипов всем. Dead Prophet, а тем временем ребята-то тут... Вдвоем, что ли? Да, вдвоем Рубик на базу ушел. 3-2 пока. 11-я минута игры-то. Статистика. Ну, статистика прыгает. Вот только по золоту у команды Озерви. 5000 почти преимущество. Телепортируется Рубик на низ, окей, будет помогать. И проблемы у Ликана. Тем временем там... Ох, ракетка очень хорошо в Ликан зашла. Ну, 1-1 обменялись, ребят. Вы забрали, говорите, нашего Кири Герокоптера? Да, фигня, без проблем. Мы заберем вашего. Причем соло забрал, конечно. Вообще, на 50 хп ушел. Вообще красный от Рубика. Рубика 6 левел. Ракеты. Пускает их или нет? Пустит? Нет? Пустит? Нет, ну уже поздняк. Ой, очень поздно пустил ракеты. Надо было сразу пускать. Телепортируется у нас. Или пока нет. Ну, пока тут чен у нас с аппаратом. Аппарат на лоу хп. Ему опасно тут вообще находиться. Теперь у Рубика ракеты. Вообще опасный парняга. Но тем временем все-таки. Чен тут пытается как-то отдефливать, что ли, линию, не знаю. Ох. Аппараты ульта не очень хорошо залетают сюда. И телекинез отбрасывает. Форма, дримкоил сразу же в Ликана. Ликан бег... Ох, хороший дримкоил от Рубика. Уходит астрал, но все равно останется. Коги ставится от...
Клокверка, но все. Ничего такого не произошло, но очень-очень грамотный Дримкойл. Очень красиво это было. Чен. Только Чен погиб. И даблкил. О, лол. Трилой зацепила Мирана. И минус. Минус. Даблкил. Ну что, Дедпрофитка, будешь ли ты пушить линию? Ну и... Нет, пока ульту не юзает. Но аппарат тем временем забирает Рубика у нас на нижней линии. Хотя Таврка просто 250 хп у Таврки. Да, ульту пока не юзает, оставляет на, не знаю, Т2, наверное. И ульти. О, и ультик у Дедпрофитки. Слушайте, это так люто. Это, представьте, духи пока летают, и вот тебе говорит, и ульчик, поднимусь я в воздух, а пусть тебя духи бьют. Это очень сильно, на самом деле. Очень хороший, вот, единственный хороший артефакт на Дедпрофит. Ой, ну и пошли духи, глифы нет, поэтому можно просто убивать. Мирана сюда подошла еще, ЦМ-очка сзади готова, ох, аппарат ульта. Ох, дамаги сколько вливается. И очень хорошо он по Миране зацепил. Ракету пытается сбить. Ну, сбивает ракету, хорошо. Сало сразу же на гирокоптера. И проблемы у гирокоптера. Надо стрела... А, стрела в кулдауне. И надо чуть-чуть. Нет, духи не долетают до конца. И ульта от Мирана. Ушли. Ребята ушли. ЦМ-ка только умерла. Опять подставилась ЦМ-ка. Стрела полетела. И в крипа. У Ликана тем временем появляются Некры, призывает Некров и пушит линию. Да, сбривает просто. Не... Жалко, ну не забрал саму вышку, крипы забрали. Но все равно. Минус вышечка, минус Т2. Ребятам надо сюда идти побыстрее, иначе волки-то пушат. Они очень хорошо убивают. Да, все, Ликан ушел. Понял. Ну да, окей, вы дефите. Ну а я пойду пофармлю. Барабаны появляются у Мираны. Вот мне нравится, что Дедпрофит с одной стороны пушит, а если дефит с одну сторону, то пушит другую сторону. Вот это, конечно, грамотно. В инвизе находится у нас Рубик пока. У Клокверка есть худшот. Собирает себе, как я понимаю, аганимчик, чтобы побыстрее и поменьше кулдауна было у худшота. Но ушла Дедпрофит на фазах, ну, Дедпрофит очень быстро. 503 скорости, это невероятно, на фазах, 503. Ликан забирает гирокоптера, тем временем, ну, гирокоптер просто дается у нас тут. 16 минут игры, 7-5, что там по золоту? Да, уже понятно. А по опыту у нас был среднее. А нет, слушайте, вон, какие рывки прям делают. Да, ну, тут уже преимущество, конечно, у команды Озерви большое. Телепортируют сюда два тиммейта, команда Outrage, Клокер первый телепортируется, есть худшот, тут волки, лол, волками кроет, телекинез, Дримкойл по двоим, очень хороший, но Сало сразу юзает по двоим, и телепортируется, ушел, хорош, Ликан уходит, и на худшоте прыгает на Рубика, Рубик стиками отжирается, пытается уйти, ракетки минус. Минус. Рубика забрали. Тем временем, Глиф зажимается от команды Outrage. И духами жрет просто вышку. Говорит, на... Ну, 450 хп. Что-то сделает что-нибудь? Нет? Ракета, окей. Пошла ракета. Но у Банши есть хоста. Еще и... Вот и ульчик. Вот, найс. Просто найс. Еще и хоста. Вот гирокоптеру бессмысленно вообще ракету юзать. Ну, слушайте, 7-6, не такие шисливные игры, должен сказать. Пошел ульт на Мирану и... Эх, чуть-чуть, вот как знала Мирана. И ушла, так, окей. Две секунды худшота, будет залетать. Фазы, уходит. И нет, не стал запрыгивать. Дедпрофитка просто возвращается на линию и говорит, ребят, ну что такое? В чем проблема? Давайте я вам еще спушу, там, Т3, вам он вообще не нужен.
Так, волк там воет. Что он там воет-то? А, забирает Рошана, и арба полетела. Сразу же на Рошана видит, понимает, все тут в чем дело. Клокверк, все, выходит, говорит, ну все ясно. Ох, Клокверку так дамаги вливается. Еще и второй тоже ману-то снял. Ну что, будут заходить. А на хайграунд. Тут вообще нету вижена у команды Озерви. И скелетики такие палят, палят. Ладно, говорит, ну вы без проблем, ребят, банша. Все сделает банша, чем мне там? Герокоптер пытается как-то отстреливаться, как-то дефить, но это пока не так хорошо получается. И Клокверк еще и тут. Окей, на худшоте. Хороший худшот залетает. Еще и аппарат ульта залетает, арба. И это должен быть минус. Рубик. А, это Рубика ульт. И Форстаф уходит с Форстафа. Миран забирает Пака тем временем. И Ликан забирает Клокверк. Один в один. У проблемы, проблемы у Чена. Стеков нету, поэтому умер. Минус Чен. Даблкил от Мирана, заморозочка очень хорошая от Криста Мейден, Криста Нова и триплкил. Триплкил от Мираны. Да, неужто это ультракил? О, господи, стики. Есть форстав, можно уйти. Коги ставятся. И сетка, сетка. Стан. Урса. Ух, дамаги, лип. Прыгает. Телепорт. Все, просто телепорт. Ох, вот, ну вот. Вот стрела был бы вообще. Охренен. Но минус, минус, минус 3. Тем временем, Dead Prophet пушит. Ракету сбила. Dream Coil, хороший Dream Coil, разрывает связку, ульта аппарата, Чен. И ульта мимо, и... О, ну все равно минус. Пак забирает Dead Prophet, забирает господствующую. И 570 голды зарабатывает на этом. До магии, конечно, влетело многие. Ну, говорят, да, Банша, ну ты не наглей, конечно. Я понимаю, когда вы там все на Рошане были, но сейчас-то не наглей. Так, Ликан превращается в форму и забирает Рошана и Аегис. Говорит, да какое замедление, я сейчас вас всех тут сгрызу, сетка. Урса. Стучит, волки, окей, грызут, грызут Пака, Паку больно, ой, очень больно Паку, арба уходит, уходит с арбы. И все это в Мираниной ульте, будет ли, а, стрела уже была. У Рубика у нас, ох, 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 мансует, мансует парняга. 8 секунд, ну да, тут аппарат отхилится, Dead Prophet-ка возрождается, 12 секунд кулдауна есть, можно купить травела, не... Нет, на фазах. Даже телепорт не юзает, просто идет спокойненько пока. 10-8, 21-я минута игры, ребят, 21-я минута. Ну вот, по опыту, да, были скачки, сейчас уже, ну, видно, очень сильно видно, что 5000 опыта. Ну, это не так много, но вот 15 тысяч золота, вот это много, да. Стрела, стрела в крипа. Сколько животных, сетка, стан и лип, очень хороший лип от Мираны, уходит от стана Кентавра, а, ракета, это ракета была Рубика, Рубику надо что-нибудь хорошее своровать, но пока не подставляются, ребята тоже ульту напрасно так не тратят. Дает некий вижен Рубик ракетами. Как артиллерия стреляет отсюда вот с этой области. Не знаю, что это был за сайленс в своих крипов. Так, окей, ракета. Летит ракета. И минус. Увидели, ребята, что у Рубика дагер появился. Теперь все понимают, что точно нельзя ничего подставлять, что может залететь. Кстати, Чен ни разу не вкачал себе замедление героям. Вот это тоже интересно. Так, хорошо. Дримкоил от Пака сразу же юзает Сала. И Дримкоил от Рубика. Ой, как подставилась Мирана. Мирана может тут умереть, но пока на липе уходит, уходит. Заканчивается ульта аппарата и улетает. Все, ТП делает. Заморозка от Кристал Мейден. Коги. Коги вообще даже своим не пройти. И ульта от Мираны. Ликан тем временем разрушает Т3 и начинает грызть. Окей, говорит, на стан Кентавра, на тебе дамаги, на еще.
И все. Ох, Коги. Коги хорошие. Уходит Фурстафа. И Цемка ультит. Ульта от Герокоптера. Заморозочка. Кристалл Нова будет? Да, Кристалл Нова. И на, тысячку. Ликан, даблкил. Забирает. Чена, Парата там. Минус вообще все. Рубик забрал Парата. Ну, Чена, Герокоптера. И Клокверк. 10 секунд кулдауна. Ничего сделать не может. Ракету упускает. 8 хп. 8 хп. И минус Аегис. Минус Аегис. Цемка пытается уйти. Пытается мансовать. И Коги. Коги. Не, аппарат забирает Кристалл Мейден. И очень хороший эйр от Мирана. Минус. Минус. Миран забирает уже буйствующего Клокверка. 400 голды зарабатывает. И 15-3. 24 минута. 24 минута тем временем еще и Банша тут пушит. Минус Т3 в центре. В центре. Вот просто Миран стоит, стреляет. Говорит, на тебе, эйр на минус. Вот, дабл килл. Дабл килл аппарат забирает. И что тут у нас? Только мечники, да? Ну да, магов валят, потому что они единственные не регенерирующие бараки. Ракета за Ликаном полетела. Но волки грызут Клокверка. Все, минус центральная линия. Центральная линия упала. Мидл. Мид. Ох, ох, Коги ставят. И Рубик залетает очень хорошо, почти убил. Телекинезом отбрасывает. Тычка, минус. Рубик забирает Чена. Ульта от аппарата и ворует. Нет, ворует не ульту, к сожалению. Шива очень хорошая была заезжена. Вот Дед Профит и Дед Профит и ульчик. Окей, уходит ульта аппарата. Никого почти не прошла. Дед Профит пытается уйти. Можно сало еще на развороте. Не, Миран забирает тем временем Т3 на верхней линии. И пушит опять же барака магов. Бараки магов. Ликана забрал все-таки пак. 300 голд за него заработал. И ГГВП пишет у нас Герокоптер. БКБ приобретает у нас Ликан. Ну, правда, этот в инвентаре, поэтому ничего такого не будет. Ну что, GG. И next игра. Ну что, напомню, что у нас Бо-2 все-таки система. Вот. Ну и первая победа у нас остается от за командой, точнее, Озерби. Ну что, погнали дальше. Реюзную я сейчас стрим, так что не отключайтесь.